Кипрские силовики готовятся к штурму захваченного пассажирского самолета авиакомпании Egypt Air. Сейчас с территории аэропорта города Ларнака выводят всех журналистов. На борту угнанного самолета остаются два человека – сам угонщик и пилот. Ранее мужчина, захвативший воздушное судно, отпустил еще пятерых заложников. Через пилота преступник ведет переговоры. По последним данным, он потребовал освобождения заключенных в тюрьмах Египта. Напомню, Airbus 320, летевший из Александрии в Каир, был угнан профессором Каирского университета по имени Сейф ад-Дин Мустафа. По некоторым данным, авиаугонщик имеет при себе пояс смертника. Всего на борту лайнера, по сведениям компании-перевозчика, находились 62 человека. По предварительным данным Министерства иностранных дел Казахстана, наших граждан на борту самолета не было.